Ну что ж, друзья, морозная неделя вам в хату, ребята. Ну вы там держитесь. Я с вами на самом деле, потому что 5 дней в неделю я с раннего утра на улице. Да, хреновая погода на самом деле, да. Может быть, в понедельник только будет прояснение всей этой хрени. Вот. Но пока что очередная распаковка посылок с сайта AliExpress. Вот. Ко мне сегодня приехала кофта. Точнее, толстовка с капюшоном, с замком. Вот. Ехала она ко мне с деком. Заказывал я посылку 12 декабря. Вот, можете видеть, да? Время заказа, все дела. Вот. И получил я ее по факту сегодня. Вот. То есть, можно так посчитать. Посылка ко мне ехала 1 месяц и 13 дней. Вот. Кстати говоря, вот, кстати, можете посмотреть, да. Поступил заказ, все дела. Вот номер. Место, да. Адрес, откуда можно забрать было посылку. Вот. И мне сказали, кстати, там по факту, что моя посылка числится еще в Москве. Ну, это нормально. Почта России, СДЭК, нормалек. Да. Так что давайте, короче, сейчас ее вскроем. Заказывал я, получается, себе толстовку коричневого цвета. Вот. Сейчас мы все проверим. Мне кажется, там какой-то ништячок есть даже. Было бы круто. Да, действительно. Толстовка коричневого цвета. Как и обещалось. По сути, об этом товаре говорить долго не стоит, потому что, в принципе, все будет видно, как бы. Материал данной толстовки у нас получается полиэстер и хлопок. Вот. Размер я заказывал себе Эльку. Эльку, да. Вот. Вообще круто выглядит на самом деле. Вот, прям как на картинке. Так, вот я нашел, получается, где ее можно вскрыть. Более аккуратно, чем с ножниц. Вот такая толстовка. На ощупь очень классная, на самом деле, вообще. Вот мои шершавые руки. Давно ничего приятного в плане ткани, в смысле, не щупала. Сейчас я это уберу, короче. Вот, кстати, подобные вещи, да, я заказываю первый раз, впервые, вот, поэтому, как бы, да, мне немножко очково, то, что там размер не подойдет, ну, я думаю, кто первый раз заказывал, да, меня поймут. Я заказывал уже обувь, да, получается, тоже было, как бы, ну, страхово, да, потому что заказываешь обувь, да, каждый раз, и каждый раз ты можешь и окарать, потому что размер на таблице не всегда соответствует факту. Да, вот, короче, надписи можете видеть, всякие Fashion Collection, вот, размер L-ка, вот. Ну, собственно, что, сейчас я буду мерить, да, и все станет ясно, на самом деле. Что долго ходить? Вокруг да около, да? Так, ну слушайте, ребят, ну вот, можете сами видеть, да? Вот, короче, данная толстовка, да? Вот, блин, на самом деле, прям идеально сидит. Сами можете видеть, да, то есть мне тут нечего как бы скрывать на самом деле. Вот, в плане рукавов, да, вот, пожалуйста, рукава. Все прям, вообще, вот прям идеально, вообще прям офигенно. Вот, все круто. Вот она, верхняя часть, да. Вот так вот она застегивается до такого уровня. Поэтому мне, в принципе, вообще нравится, то есть, как бы, да, вот я как раз, вот по нижней части даже и смотреть, то есть я брал, чтобы
резинка была такая, знаете, не тугая. То есть, видите, она такая вот. Немножко облегченная версия резинки, так скажем. Вот, так что мне нравится, то есть, все очень круто на самом деле. Я прям с размером прям вообще не ошибся. Потому что я хотел заказать M-ку, да. Если бы я вот реально заказал M-ку, она была бы, в принципе, ну, наверное, скорее всего, в обтяжку, как мне кажется. Вот, поэтому, блин, мне все нравится на самом деле. Ну, единственное, не нравится то, что СДЭК доставлял вот, 1,5 месяца заказ, то есть я ждал на самом деле раньше. Вот, поэтому возвращаемся на стол и завершаем. Ну что ж, ребят, сами все видели, да, получается. Ну, я не знаю на самом деле, что еще добавить, да. Вот, можете видеть, да, вот нижняя часть, да, вот эта вот именно резинка. Она такая вот мягкая очень, да. Она абсолютно не жесткая. Материал очень мягкий, вообще классный. Мне прям вот очень, очень понравился, да. И вот, похоже, кстати, видите, рукава, да. Край, да, и получается нижняя часть толстовки. То есть они такие мягкие, прям вообще очень круто. Прям, прям вообще, я очень рад на самом деле. Вот, можно еще добавить то, что она, в принципе, знаете, ну, не сильно теплая, честно говоря. Она, на самом деле, она тонкая, прям вот, да, она тоненькая. Вот. Буквально, да. Такая, знаете, ну не толстовка, в принципе, можно даже назвать ее ветровка, да, с капюшоном. Вот, что-то это от нее. Так, что касается, допустим, тех же торчащих ниток, да, что часто говорят, да, то есть, ну не насчет этого заказа, а вообще, да, то есть, если одежду заказываете с Алиэкспресса, да, то обычно жалуются на торчащие нитки, да, то есть, швы там неровные и так далее, да, как правило. То можно сказать, что в принципе сшито все очень даже добротно, очень круто. Вот, разумеется, ссылку на данный товар я оставлю, да. Вот, кстати говоря, коричневого цвета, да, вот эта ветровка, она идет немножко с другой фотографии, да. Вот, так что ничего страшного. Все, что на фотографиях по остальным цветам, будет, вот, я думаю, ну, соответствовать вот этой модели. Вот, здесь надпись у нас Fashion, Элька. Так что вообще круто. Я прям очень рад, то, что мне вот, как и с обувью, да, тоже повезло. И с размером как бы все, с материалом, нитки все нормально, все, ничего не торчит, да, все прошито. Вот, ну сейчас у меня на столе такой немного бардак образовался, на камеру все не влазит. Так, ну, в принципе, на самом деле это все, то есть цвета зашибательские, то есть вообще обалденно. То есть я прям рекомендую этого продавца. Я прям рад. Рад этому товару. Так что, если у вас будут вопросы, да, задавайте, пишите их в комментарии. Вот, ставьте лайки. И спасибо за просмотр. Всем пока.